Софія, дуже приємно бачити сьогодні в студії людину з такою цікавою, модною професією. Ви нутриціолог. Да. Таке цікаве слово, абсолютно нам незнайоме, але таке, що манить і хочеться більше про нього розпитати. Давайте почнемо саме з цього. Угу. Що це таке нутриціологія? Ну, нутрициология – это такая очень, скажем, с одной стороны, узкоспециализированная тема, с другой стороны, очень широкая, потому что нутрициология изучает особенность разных продуктов, то есть их качество, их взаимодействие между собой, их соотношение правильное в рационе человека. И с другой стороны, нутрициология изучает, как эти продукты питания влияют на человека. То есть нутрициология может заниматься как в целом, ну, как бы подбором правильного рациона для человека, который, допустим, хочет снизить вес. Также это может быть какой-то специфический подбор рациона для человека, который страдает определенной симптоматикой, там, заболеваниями, там, желудочно-кишечного тракта и так далее. То есть это такая очень обширная специальность. Ну, можно назвать, что вы занимаетесь вивченням правильного харчування. Можна, да, да, так, в якійсь определеній мірі, да. Тоді я хочу перейти до більш таких, можливо, практичних вже запитань, які цікавлять. Наприклад, правильність харчування чи набір правильних продуктів. Вона ж індивідуальна для кожної людини. Це взагалі залежить від віку, від статі. Можливо, для когось ці продукти харчування правильні, а для когось неправильні. Как это вызначается? Это очень хороший, очень глубокий вопрос. И в целом на этом вопросе очень много можно спекулировать, как бы и рассказывать, что рацион там супер индивидуальный и так далее. Есть определенные нюансы. Первое, конечно, это пол. Ну, понятно, что мужчинам и женщинам нужно разный набор макронутриентов, это белки, жиры, углеводы, и разный набор микронутриентов, это витамины, минералы и фитонутриенты. Вот, то есть это первое такое основное отличие. Оно отличается не супер кардинально, но в целом отличается эта норма. А второй момент, на который всегда нужно обращать внимание, это возраст человека, то есть ребенку, которому, например, 13 лет, человеку, которому 60 лет, даже если они находятся одного пола, им все равно нужен разный набор нутриентов в течение дня. Потому что если это развивающийся организм или если это организм, у которого уже там, определенный возраст, по-разному усваиваются те же питательные вещества. То есть, например, у 10-летнего ребенка там определенные минералы будут усваиваться совершенно не так, как у 65-летнего мужчины, потому что по-другому работает уже наш организм. А это второй момент. И третий момент, конечно же, это особенность здоровья. У нас у каждого есть разный анамнез в истории там, жизни наших родителей, там, нашего рода, там, определенные заболевания, которые генетически нам передаются, или хотя бы склонность к этим заболеваниям. Вот. И также, на что мы очень часто обращаем внимание, точнее всегда, это мы берем анализы крови у человека. То есть, не конкретно мы берем, в целом мы просим сдавать анализы для того, чтобы мы могли смотреть вот ситуацию в текущий момент. Если у человека какие-то отклонения там по работе желудочно-кишечного тракта или по работе гормональной системы, или, возможно, у него диабет или преддиабет, то есть это все нужно обращать внимание. В этом разрезе, да, можно сказать, что это как бы супер такой комплексный, сложный подход, чтобы это все учитывать, вот. Но это сложно как бы для специалиста, который разрабатывает систему питания, потому что ты должен все знать. Все вот эти особенности, должен все подобрать и так далее. Для человека, у которого как бы ему понятна его симптоматика, ему понятен вектор движения в плане его питания, это несложно. То есть оно, может быть, звучит так сложно, но по факту все мы едим один набор продуктов, просто нужно их правильно скомбинировать, правильно в правильном соотношении кушать и в правильное время дня разносить, и все. То есть это не так уж и сложно. Ми до цього ще повернемося. Зараз я, знаєте, що згадала, ви коли сказали, що у малюка і у дорослого навіть однієї статі по-різному засвоюється. От я зараз згадала, що чула таку думку фахову, що нібито взагалі молочні продукти, молоко, вони засвоюються у людини лише там до якогось певного дитячого періоду, а дорослим потім, оце ми просто п'ємо молоко лише для задоволення, вже ніякі з того молока елементи не засвоюються. Це так? Ну, молоко – це така тема, очень как бы горячая для дискусії, очень много исследований, вообще область питання, вона сложна тим, що є исследования по основним темам, которые противоречат друг другу. И дальше уже каждый специалист на основе, скажем, этих исследований, на основе своего опыта, он как бы выбирает, во что ему верить. То есть вот про молоко или там про тему, там, можно ли запивать еду,
куча исследований, так. Половина из которых говорит, что нельзя, вторая половина говорит, что можно, но тут уже нужно опираться на физиологию и понимать, как вырабатываться на желудочный сок и насколько его вообще вероятно разбавить водой. То есть тут уже как бы здравый смысл включается. Вот. А по поводу молока, действительно, есть теория, что молоко усваивается у детей до 7 лет, следующая теория до 14 лет, потом следующая теория до 21 года, и дальше мы уже из молока получаем очень маленький процент питательных веществ, но получаем достаточно много вреда, потому что, например, ну, пастеризованное молоко, там вообще мало очень питательных веществ полезных, которые долго хранятся, а не в холодильнике. А если мы говорим про молоко, которое не пастеризовано, там могут содержаться определенные гормоны, которые передаются от коровы, которую подоили, ну, если так просто сказать, да, и исчленить их из молока убрать, ну, невозможно без полной пастеризации. Поэтому, например, если человек постоянно пьет, ну, очень много молока, то он мало того, что не получает оттуда много пользы, он еще может получать определенный вред. То есть он может эти все гормоны, гормоноподобные вещества усваивать. Саша, можно вважать, как вашу фаховую параду, как нутрициолога, то, что вы зараз рассказали? Ну, да, это можно считать. У нас в целом наша, как бы, нация, мы нормально переносим молочные продукты, мы отличаемся этим очень сильно от азиатов и от африканцев, которые, ну, они практически не могут усваивать молоко, они пьют или козье молоко, там, где меньше лактозы, или они употребляют соевое молоко, то есть растительные виды молока. Нам повезло, то есть у нас мало людей, которые там вообще полностью не усваивают лактозу, но процент, наверное, среди моих клиентов, это, наверное, 40-45%, у которых полная непереносимость лактозы. То есть эти люди не могут употреблять ни молоко, ни творог, ни йогурт, ни кефир, ничего, никакой продукт, который содержит в себе лактозу. Это набута проблема, чи це генетично? Это сложный вопрос. Неизвестно, потому что не было раньше генетических тестов, которые люди делали, чтобы можно было понять. Ну, я думаю, что это может как... Ну, не я так думаю, исследования говорят, что это может как быть у человека врожденное, так может с возрастом развиваться. Но чаще всего это все-таки развивается с возрастом у человека. Непереносимость лактозы. Да, непереносимость лактозы. То есть у него, например, там 20 лет могло и не быть, или там он нормально, допустим, чисто по ощущениям, нормально пил молоко, цельное или творог, не было проблем. А потом в какой-то момент от молока начинается там вздутие, высыпание на лице, даже во взрослом возрасте, там какие-то процессы брожения, и человек сдает анализ и видит, что у него непереносимость. Далі, раз ми вже заговорили, що там певні народи більше засвоюють краще молоко, ніж інші. Да. Взагалі, харчові пристрасті людини залежать від її характеру? Якось досліджували ви це? Можна сказати, що там більш агресивні люди? О, ті, що їдять багато м'яса, агресивніші. Це теж думка, яка побутує. Ну, не знаю, есть очень много вегетарианцев, которые не едят мясо, они достаточно агрессивны, мы с ними сталкиваемся. Ну, то есть я не могу сказать, что есть такая взаимосвязь. В целом, я не думаю, что пищевые пристрастия связаны с характером. В целом, есть определенная группа пищевых пристрастий, от которых у людей есть зависимость. Первое. Это не сладкое, это алкоголь, это первая группа продуктов, потому что если со сладким, как бы уже понятно, нашим, ну, там, моим клиентам и клиентам моих коллег, когда человек приходит там, к нутрициологу или диетологу, как бы понятно, что сейчас лавочка со сладким прикроется. Но когда ты говоришь про алкоголь, у человека шок. То есть он не понимает, что как бы пить каждый день это, ну, типа, и не то, что очень бы полезно, и как бы очень плохо влияет на вес. То есть алкоголь это первое пристрастие, которое за последние полтора года просто вырвалось вперед в Украине. У нас люди раньше так много не употребляли алкоголя. У нас алкоголь это стал сейчас... Прям за последний рик? За последние полтора года, да, алкоголь стал прям таким очень, ну, такой мейнстримовой темой. То есть появились там всякие винные фестивали и так далее. Это нам насаждается, эта культура употребления алкоголя. И люди почему-то решили, что как бы каждый день выпивать по бокалу вина, это, ну, знаете, это напоминает, что ты вроде в каком-то фильме. Такой, ну, про это же говорят, действительно, это показывают, да, в красивых, да, фильмах про, да, это говорят, да, что там гарный келих можно выпить, и червоного, да, вина там какого-то. Это нам навязывается, то есть это не то, чтобы для нас физиологично и нормально, это просто нам как бы навязывается. Вот, то есть алкоголь это первое пристрастие, второе это сладкое, конечно. А со сладким история такая, что люди хотят избавиться от зависимости от сладкого, то есть они
думают, что когда-то наступит в жизни такой момент, когда им не будет хотеться сладкого никогда, и вот они расправят крылья и полетят в эту жизнь без сахара. Такого не бывает. То есть я, ну, сразу всем клиентам говорю, что как бы даже не надо к этому стремиться, потому что определенная норма сахара, она никак вредно не влияет на, ну, на наш организм. Вопрос в том, что просто минимизировать потребление. Яка це має бути норма? Ну, зараз теж так... от 25 до 50 грамм сахара, чисто, простых углеводов в течение дня, это считается нормой. Это, например, можно получать из фруктов, из крахмалистых обработанных овощей типа свеклы, моркови, тыквы, из меда и просто из обычного сахара, из алкоголя. То есть все сахаросодержащие продукты. Если это от 25 до 50 грамм в день, это считается как бы безопасная норма. Мы сейчас не говорим про людей, которые страдают диабетом, мы говорим в целом просто про, ну, про всех остальных людей. Вот, мы получаем в день 120-150 грамм сахара, если за этим не следим. То есть это в 3 раза мы превышаем где-то нашу норму, в 3-4 раза мы превышаем нашу норму. То есть сладкое — это вторая категория продуктов. А к сладкому мы относим сразу же все хлебобулочные изделия. То есть даже если оно не сладкое, это все простые углеводы, туда мы это все относим. Третья категория — это соленые продукты типа сыра и колбасы. То есть есть категория людей, которым им не надо вот это ваше сладкое, им надо как бы конкретно там картошечку и селедочку. Вот, то есть это третий момент. Но в целом с этой зависимостью легче всего бороться, потому что чаще всего у таких людей в рационе просто не хватает полезных жиров. То есть им хочется колбасы, копченых продуктов, потому что они не получают вот этих полиненасыщенных жирных кислот, которые нам нужно получать в рационе. И когда ты человеку просто немножко корректируешь питание, ему может там захотеться скушать там кусочек колбаски или хамона, вот, или там, ну, сыр вообще это, ну, безопасный продукт, его можно есть. Вот. Но в целом вот эта тяга, она снимается. То есть вот это три основные категории пристрастя, можна сказати. Але ж стреси теж впливають. Ну, завжди ж говорять, що людина в стресі хоче більше з'їсти солодкого. Або якщо якась важка інтелектуальна робота, да, мозок вимагає, да, глюкози, правильно, да, ж це все? Як можна цей мозок задовольнити не цукерками, не солодким чаєм? Що людині зробити? Якісь теж пораду хочуть почути від вас. Но на самом деле, когда мы работаем, организму нужна глюкоза, но есть, ну, немножко как бы недопонимание, какая глюкоза нужна организму. То есть у нас есть в основном два типа глюкозосодержащих продуктов, которые мы получаем. Одна категория называется сложные или медленные углеводы, это которые в организме перерабатываются медленно, и, соответственно, организм как будто через, ну, вот, вот представьте, что вам капельницу поставили, да, и вам просто капельно глюкозу капают в кровь. Это так, с этим можно сравнить медленные углеводы. Простые углеводы – это немножко другая категория, это как будто вам шприц, ну, шприцом пустили по вене вот глюкозу, и она как бы быстро усвоилась. Это немножко другая категория углеводов. В целом люди, когда у них идет интеллектуальный или там эмоциональный какой-то такой момент, они хотят именно быстрых углеводов. То есть чтобы вот такой тумблер включился, и у вас было хорошее настроение. Это сладкое, это какой-то фрукт сладкий, это сухофрукты, это тот же алкоголь, это мед, это что там у нас еще идет, халва, то есть это какая-то булочка сладкая, все, что нам дает, это просто кофеечек с сахаром попить, да, то есть это все вот это идет быстрые углеводы. Если бы человек во время интеллектуальной работы, он не дожидался того момента, когда у него падает уровень глюкозы в крови, когда у него уже не хватает этой глюкозы для умственной работы и в целом для нормальной работы организма, там уже начинают вырабатываться гормоны стресса, если бы он немножко заранее покушал, ну, то есть у него просто был бы какой-то режим питания, он бы заранее покушал так называемые медленные углеводы, это, например, скушать там какой-то бутерброд с цельнозерновым хлебом. То есть не белый хлеб покупать, а хлеб из цельного зерна. Таких сейчас миллион, то есть можно выбрать. Это может быть, например, какой-то просто полноценный обед, куда будет включена порция или каши, или макаронов из твердых сортов пшеницы. Это могут быть порции каких-то бобовых продуктов, например, хумус съесть или какую-то там чечевичную кашу. Тогда, к тому моменту, пока у вас будет как бы умственное истощение, можно так сказать, через капельницу ваша глюкоза уже дойдет до вашего мозга. Ну и тоже очень хорошо в моменты умственной работы помогает употребление, ну, полезных жиров каких-то, съесть там порцию орехов или съесть там какое-то авокадо, например, даже тот же авокадо-тост, или скушать там, не знаю, кусочек сала даже тот же, то есть получить какие-то жиры. Это тоже может быть альтернативой там потребления большого количества сладкого в рационе. А ви ще цікаво там сказали, у тих людей, у кого пристрасть до солоного, да, і
там їм хочеться копчену ковбаси з'їсти, тому що їм не вистачає жирних полінасичених жирок. Що да, це да. ви маєте? Що це за продукти? А це полінасичені жирні кислоти, це такі кислоти, які називаються омега-3, омега-6, омега-9. Тобто о них багато говорять, і часто і люди багато об этом читають. Це в основному жирна риба, тобто будь-яка жирна риба, не обов'язково красна риба, це може бути навіть та ж сельодка, скумбрія, тільки желательно, щоб вони були, ну, не засолені, а там, наприклад, или слабосолені, или приготовлені, там, запечені, да, или на грилі приготовлені. Вот, это авокадо, это любые растительные нерафинированные жиры, то есть жиры, которые не прошли процесс гидрогенизации, когда их не рафинируют. Вот, это орехи, семечки. Что это у нас еще? Так, про рыбу сказала. Да, и про масла сказала. Да, ну вот в целом вот эти, вот эта категория продуктов. Вроде бы... А, и капсулы, извините, вот думаю, что забыла. И капсулы просто принимать, омега-3 капсулы, вот, которые пьют рыбий жир. Це теж вважається істочником вот этих полінасичених жирних кислот в раціоні. Тобто треба включати вже свідомість свою, свідомо Конечно, підходити да. до свого харчування, да. думати, що ти їси, да. і чим це може для тебе обернутися. Я хотіла повернутися до теми, те, що ви сказали, запивати, не запивати, угу. їжу. Взагалі, теж різні думки я чула з цього приводу. Взагалі кількість води, яку має випивати людина, всі говорять, що це має бути скільки, 1,5 літри? Ну, да, це теж така тема, яку не знає ніхто, хто скільки піт на самом деле. Є как бы рекомендація, така обща формула, це 30 мл на кілограм маси тіла, це чистої жидкості в день, плюс 0,5 літра додається дополнительної жидкості, типа чай, кофе, суп, и так далее, вот это 0,5 литра. То есть тут можно рассчитать. А есть также определенные патологии, при которых исключается избыточное потребление воды. Например, если человек страдает таким гормональным заболеванием, как гипотиреоз, то у него норма воды там строго регламентируется, это 1,5 литра, это всей жидкости в течение дня он должен выпивать. Или, например, если у человека там почечная недостаточность, то есть там тоже строго регламентируется там количество воды в день. Поэтому есть как бы такая, ну, средняя, общая рекомендация, и есть как бы рекомендация, когда нельзя выпивать там больше нормы. Плюс, если, допустим, в этот день есть физическая активность, любая там спорт, то нужно добавлять еще плюс 0,5 литра воды к своей норме, потому что мы тратим очень много жидкости во время физической активности. Что происходит, когда мы не допиваем свою норму? Ну, нарушается водно-солевой баланс в организме, потому что всю воду, которую мы употребляем, она в себе содержит определенные растворимые соли, которые нужны нашему организму. Вот если мы смотрим на этикетку воды, там пишется вот эти все растворимые соли, минералы, которые в воде содержатся. Вот, за счет этого происходят определенные процессы в организме. То есть мы как бы получаем это, и, соответственно, поддерживается наш водно-солевой баланс. Когда мы недополучаем воду, в целом вся система организма, организма страдает, то есть каждый отдельный орган, для которого нужна вода, то есть это все органы, мозг страдает, страдает концентрация внимания, а для людей, которые ну, у которых есть задача сбросить избыточный вес, то у них начинается процесс отечности, то есть они как бы не пьют воду, соответственно, жидкости не хватает в организме, соответственно, она не выводится из организма, потому что тогда будет сильный дефицит, она сохраняется в организме, человек начинает как бы отекать, и у него получается вообще несостыковка, он не понимает, почему он как бы не пьет воду, и он еще отекает, он начинает еще меньше пить воду, ну как бы начинается замкнутый круг. Поэтому в целом, ну, вода – это такой как бы ключевой момент. Это, знаете, самая такая простая и банальная рекомендация, как бы начать людям пить воду, и они, когда уже там, я провожу лекции, там у меня есть слайд, что нужно пить там столько-то воды, я уже вижу эти лица грустные, которые типа, ну сколько можно уже об этом говорить. Но если бы мы хотя бы начали это делать, то мы бы замечали, что люди, которые там хотя бы систематически месяц-два пьют воду, то у них даже меняется количество морщин на лице, потому что у нас многие морщины на лице появляются просто от сухости, от того, что мы просто не выпиваем норму воды. В целом кожа становится лучше, человек начинает лучше мыслительные процессы у него происходить, лучшая концентрация внимания, он меньше устает. Вот, то есть вода – это важный такой момент. Мы говорим зараз про чисту воду, правильно? Не просто про рідину будь-яку. Там, да, чай, именно кава, про воду, конечно. Конечно. Про воду. А я хотіла тут згадати, ще з радянських часів ми всі з дитинства знали, що без гарячого не можна. От обов'язково треба суп, борщ, без цього просто неможливо жити. Суп, ну, да, суп. Наскільки це
з точки зору дієтології, нутриціології, наскільки це вірно твердження, що гаряче обов'язково має бути? Тут, опять же, індивідуально. Є как бы, случаи, при которых там обязательно человек должен употреблять там, супы, хотя бы овощи, которые варятся, или там пюрированные овощи. Есть такое там, по гастроэнтерологии определенные нюансы. Есть также, но чаще всего, мы же супы как варим? Мы там варим на бульоне, да, откуда мы получаем очень большое количество, во-первых, вредных веществ, вот этого первого бульона, в котором ну, варится мясо, да, мало кто из людей там варит на третьем бульоне, на котором нужно варить. То есть проварил, слил, и только на третьем бульоне. То есть мы получаем все вот там какие-то гормоноподобные вещества, все, оно остается у нас в жидкости. Второй момент, что мы потом получаем вот этот жирный бульон. То есть вот эти насыщенные жиры, которые содержатся в мясе, которые человеку не то, что нужно исключать из рациона, нужно просто минимизировать, мы это все опять же жидкостью получаем. А потом, когда мы очень долго варим овощи, то ну, в них концентрация витаминов и минералов, конечно же, сокращается. Но тут такой момент двоякий, потому что лучше уже сварить овощи и скушать их в виде супа, нежели сварить овощи и вылить эту воду и скушать овощи, потому что все же полезные вещества остаются в воде. Это то же самое, что заварить чай, вылить чай и съесть пакетик. Ну, никто же так не делает, все же пьют чай. То есть с супом то же самое. Вот. Но такое, чтобы как бы прям необходимости в супе, ее нет. Потому что суп – это два продукта основных, это жидкость и это клетчатка, которую мы получаем из овощей. Если человек отдельно выпьет норму воды и отдельно съест клетчатку, то как бы нет смысла в супе. Почему суп ели раньше? Потому что это был наваристый, жирный, калорийный продукт. Он был достаточно дешевый, потому что люди покупали там просто кости, вываривали, оттуда мы получали много жиров, и человек наедался. Ну и плюс горячим мы наедаемся лучше. То есть в этом был как бы смысл, почему раньше все ели суп. Но в целом особого такого сейчас смысла нет. Цікаво. Ми заговорили про овочі, да. І я хочу тут запитати, теж цікава тема, вегетаріанство і веганство. Угу. Знову ж таки, з точки зору фаховий ваш, да. Як нутриціолога, це справді так корисно, як людям здається? Вот область питания, нужно понимать, что есть определенные как бы давно уже изученные факты, которые работают. Но людям для того, чтобы замотивировать себя что-то в этой области делать, им как бы не хочется уже старой информации, им хочется чего-то как бы нового, какого-то праздника, чтобы типа он их вдохновил. Но, к сожалению, это не только мой опыт, это показывает об этом исследование, что у вегетарианства и у веганства нет абсолютно никаких преимуществ перед просто обычным питанием, которое содержит в себе там животные жиры. Есть только один важный нюанс, что чем, ну, есть исследования, которые говорят, что вегетарианцы живут дольше, это не потому, что они не едят мясо, а потому что в целом эти люди, они более тщательно подходят к выбору продуктов. То есть, если сказать таким простым словом, они сильнее заморачиваются по этому поводу. Если человек, который ест мясо, он приходит там в кафе, ну, он там берет, типа, любой суп, там, свинину берет, ну, то есть, он как бы не сильно по этому поводу, ну, переживает. А человек, там, например, который следует там, питанию, которое исключает животные жиры, он приходит или в специализированный ресторан, или он в ресторане начинает у официанта допрашивать, а что туда входит, а нет ли там каких-то сливок и так далее. Эти люди, они просто более сконцентрированы, и они просто более, ну скажем, осознаны в своем пищевом выборе. Но вот в прошлом году вышло очень интересное исследование, которое все-таки доказало, что у вегетарианства и веганства нет абсолютно никаких преимуществ с точки зрения здоровья, с точки зрения продолжительности жизни. Давайте ближе тоді до вашої практики. От прийшла до вас людина. Да. І за якими параметрами ви визначите саме, яке харчування для неї буде правильним? Що ця людина має вам розказати? Які аналізи? Принести. Угу. Какие критерии? Ну, я работаю с людьми, которые хотят похудеть. То есть я не работаю, ну, как бы я не беру клиентов, которые хотели бы просто разобраться для себя в питании. То есть моя специфика – это люди, которые хотят снизить вес, и люди, которые хотят снизить вес, но у них есть определенные проблемы со здоровьем. То есть это, допустим, там какие-то эндокринные нарушения или заболевания желудочно-кишечного тракта. Потому что я работаю с двумя врачами, это гастроэнтеролог и эндокринолог. Вот, поэтому, когда ко мне приходит человек, то есть в первую очередь я как бы определяю его цель, там, цель какую-то понятную, измеримую, например, насколько вы хотите похудеть. Дальше уже, ну, смотря на человека, и обязательно люди, с которыми я работаю, они мне присылают свои фотографии в нижнем белье, для того, чтобы я могла хотя бы посмотреть просто, как выглядит тело, чтобы понимать, насколько вообще его цель, она как бы адекватна.
потому что есть очень многие люди, которые стремятся к целям, которые, ну, просто будут разрушать их организм. То есть они хотят какого-то веса, который для них абсолютно не физиологичен, и здоровым путем мы туда никогда не дойдем. Ну и дальше я уже там как бы говорю, там, насколько это реально или нереально, и вам оно не нужно. Потом, следующий момент, люди заполняют анкету, там, где они рассказывают, в принципе, их как бы пищевое поведение. У нас есть определенная группа вопросов, из которой мы можем понять, что проблема с весом у человека, она более связана в области питания или она больше как бы в область психологии. Если мы видим, что у человека как бы в области питания, мы можем за него браться. Если мы видим, что у него чисто психологические какие-то моменты, допустим, у человека есть проблемы пищевого поведения, расстройство пищевого поведения, булимия, когда... Например, человек провоцирует, он ест, ну как бы кушает, а потом провоцирует рвоту. Я вибачаюся, да. Про це дуже багато говорять, це насправді носить масовий характер? Очень масовий характер, да. Мы, к сожалению, люди часто об этом не признаются, и мы узнаем об этом только в середине уже работы с человеком. То есть есть очень много визуальных признаков, которые говорят о том, что у человека булимия, то есть у него портится там качество зубов, возникает определенный запах изо рта, у него происходит разрушение мышечных структур, то есть падает очень сильно мышечный тонус, слабость. И мы уже понимаем, то есть так как, ну, все с ним работают, там тренер, мы уже видим, что как бы есть проблема. Тогда с таким человеком мы прощаемся. Мы не как бы психотерапевты, есть определенные психиатры, которые работают с процессами и проблемами пищевого поведения. Следующий момент, это мы определяем его возраст, рост, вес, и смотрим, как бы, как ему выстроить, какую калорийность питания ему нужно выстроить, чтобы он достиг своего веса, и какое соотношение белков, жиров и углеводов, и нужны ли ему какие-то дополнительные добавки для того, чтобы он нормально снижал вес. Например, что там, часто бывает, вот когда это у мужчин часто такое бывает, например, что он, ну, не может просто норму белка восполнить из продуктов питания. Тогда мы добавляем определенное так называемое функциональное питание, это разные там коктейли, смеси для того, чтобы просто эту норму белка выполнить. И последний момент, человек сдает анализы крови, там, где врачи смотрят по маркерам, есть ли какие-то отклонения. То есть отклонения, которые мы можем скорректировать только определенным режимом питания, а есть отклонения, которые это режим питания плюс медикаментозное лечение. То есть, ну, как бы, как это сказать, вместе, да, то есть в такой совокупности. Вот, и тогда мы работаем. Ну, и плюс у нас, как бы, мы работаем по системе ежедневного контроля, у нас есть специальные мобильное приложение, которое мы сделали, и там человек, во-первых, он видит там все его рекомендации, все его параметры, сколько ему чего надо есть и так далее, и есть реальный человек, который каждый день за ним следит и смотрит, чтобы он эти рекомендации выполнял. Если он не выполняет, он ему корректирует, например, говорит там, не знаю, Маша, у вас, типа там, вы видите, что у вас недобор по углеводам, а вам это важно, потому что вот это, поэтому давайте мы завтра вот эту порцию включим туда-то. То есть это вот реальный человек проверяет и дает рекомендации. І який тривалість часу, коли ви слідкуєте за людиною, коли ви в вільне плавання відпускаєте, що вже людина може сама контролювати це? Це ж, напевно, вже має бути стиль життя. Работаем мы с человеком, общая такая наша система, это 3 месяца. За 3 месяца мы даем базовое понимание в питании, в спорте, во всем. И дальше, если человек за 3 месяца достигает своего результата, в целом он может уходить в свободное плавание. У нас такое вообще нет свободного плавания. У нас есть как бы группа выпускников, за которыми мы следим, там проверяем, чтобы они как бы были, мы так смеемся, чтобы они не портили нам статистику. Потому что у нас очень хорошая статистика, у нас люди не возвращаются к своему весу после похудения, поэтому мы как бы стараемся для них всякие мероприятия, ну, чтобы просто командный дух поддерживать. То есть такой эмоциональный момент. А если человеку, например, нужно сбрасывать много веса, там 30, 40, 50, 60 килограмм, за 3 месяца это сделать, ну, адекватным путем невозможно. Поэтому у нас есть такая практика в работе, мы это называем продленка. Это еще несколько месяцев после основного курса, когда человек может находиться в таком лайтовом очень сопровождении, то есть когда мы как бы его уже отпускаем, чтобы он уже сам научился, но мы типа еще там его немножко контролируем. И в целом у нас есть люди, которые занимаются даже год с нами, там, достигая там результаты в минус 50-60 килограмм. А есть люди, которые им нужно, там, вот последняя девушка у нас похудела на 35 килограмм, она с нами занималась 3 месяца, она сбросила 19 килограмм, и все остальное она уже, ну, достигала самостоятельно. То есть она поняла тему,
Если у нее есть какой-то вопрос, она всегда может написать, но она просто продолжает жить в таком же режиме, и ну, вес уходит, потому что он лишний еще. Ну, але ж, напевно, вона додала ще спорт, це ж поряд іде, чи це лише тільки харчування можна досягти таких? Вот, если честно, я вам не скажу, есть ли у нее спорт, но в целом проблема, наверное, моей работы заключается в том, что люди худеют без спорта, и потом объяснить им, что надо заниматься спортом очень тяжело, потому что спорт, он, конечно, он не влияет на скорость снижения веса на первых этапах, то есть человек легко может похудеть на 15-20 килограмм вообще без спорта, элементарно. Но есть момент, что падает тонус кожи, и когда у вас, по факту, наше тело состоит, ну, если мы грубо будем говорить, это кожа, жир и мышцы, да, ну, там и кости. То есть когда жир уходит, а мышцы на его место не пришли, то общий тонус тела теряется. Вот, то есть как бы можно похудеть, но быть как бы красивым в одежде, но потом раздеться и быть не очень как бы привлекательным. Поэтому мы все-таки стараемся людям объяснить, что спортом тоже важно заниматься, потому что красота и здоровье тела, и, конечно, объем общей мышечных структур внутри организма отвечает за скорость метаболизма. Чем, если так простыми словами сказать, чем больше у человека мышц, тем больше он себе может позволить нарушать в питании. Чем меньше у человека запас мышечного волокна, тем строже ему нужно следить за его питанием. А ваши клиенты здебільшого жінки? 30 на 70. 70% женщин, 30% мужчин. То есть человек, я думала, что не женщины. Мужчины — это вообще моя любимая аудитория. Я с ними работаю. Ну, с ними работать просто удовольствие одно с мужчинами. Так, вони швидше виконують, напевно, якісь рекомендації. Вони просто вообще мужчины — это просто самая лучшая категория как, не людей, как это сказать, клиентов моих, потому что они очень обязательные, потому что у них нет никаких гормональных перепадов, то есть они ровные, стабильные. Они, вот у них есть какая-то такая особенность, я даже не знаю, с чем это связано, но вот когда-то, не помню, в прошлом или в позапрошлом году был там футбольный этот матч большой, а сейчас все мужчины, которые меня смотрят, подумают, не знают, какой футбольный матч был. В общем, ну там было какое-то, в общем, соревнование, и у меня была мужская группа, и они пришли на занятия, и они говорят: София, ну типа там же матч, типа можно мы по пивку? Я говорю: ну мы с вами договорились, что пиво мы не пьем, все время нашей работы пиво нельзя. И они пошли на этот футбол, все их друзья пили, они не пили пиво. То есть, ну, я понимаю, насколько для них это сложно было. Это вообще, это, во-первых, ну, типа, оторваться от своего общества, да, быть как бы белой вороной среди всех своих знакомых. Плюс это какая-то привычка, что я там иду на футбол, пью пиво, ну, и это может быть небольшая порция, но все-таки она есть. И полностью держаться и придержаться рекомендаций так умеют только мужчины. У женщин это бывает, но намного-намного реже. Вже раз торкнулися алкоголю, ну не можу не запитати. Все ж таки, чи є якась безпечна доза алкоголю, який можна вживати, не зашкоджуючи собі? Так, заспокойте нас, дайте нам надію. Тут вопрос очень индивидуальный. Во-первых, нужно понимать, что есть, вот часто у людей, как бы, они задают себе вопрос, почему там, типа, вы нам запрещаете пить, а итальянцы, французы целый день пьют, едят пасту, как бы они красивые. Скажем так, ферментативная система и пищеварительная система у народов отличается. В зависимости от того, к каким продуктам мы привыкли, такие продукты у нас усваиваются лучше. То есть, если, например, человека перевести жить в Италию к итальянцам и полностью его пересадить на этот рацион, он, конечно, по-другому будет усваивать эти продукты. С этим ничего не сделаешь. То есть нужно, чтобы прошло какое-то количество лет для того, чтобы ферментативная система человека адаптировалась. У наших людей, как бы, мы вообще очень плохо усваиваем алкоголь, особенно женщины. У женщин фермент, который называется альдегид-гидрогеназ, который отвечает за процесс усвоения алкоголя, у женщин вырабатывается очень плохо. Поэтому мы быстрее опьянеем, у нас сильнее происходят процессы поражения печени, и вот эти как бы привыкания к алкоголю у женщин происходят быстрее, чем у мужчин. Поэтому считается, что как бы безопасная, ну это по американским, опять же, стандартам, я бы их не перекладывала на наши стандарты, наших стандартов таких особых нет, это одна порция алкоголя в день. То есть считается для женщины две порции алкоголя для мужчин. Это, например, бутылка пива или бокал вина или 100 мл какого-то крепкого алкоголя. Ну, то есть, ну а якщо дивитися по різновидам цих напоїв, то все ж таки, що, якщо вже вирішив таки пити той алкоголь, що обрати краще? Пиво, вино чи міцний алкоголь? Лучше всего в организме усваивается алкоголь, у которого оборот от 20 до 40%, и желательно, чтобы этот алкоголь был не газированным. То есть, например, какое-то там сухое вино хорошее, да,
белое или красное, или, например, крепкий алкоголь, там, типа виски, он будет усваиваться нормально. Все, что ниже этого, там, просека, шампанское, пиво, сидр, будет усваиваться хуже. Чем сильнее газирован, тем более газирован алкоголь, тем его область всасывания через желудок, она больше. Ну, то есть это негативный такой момент. А все, что там крепче или слаще, чем виски, это тоже уже плохо. Там какие-то текила, ром, ликеры, то есть это тоже более такой плохой вариант. Но я скажу, например, норму, которая... Я устанавливаю людям, которые худеют, да, это одна порция вина в неделю или одна порция крепкого напитка 150-100 мл в неделю. То есть это тот алкоголь, который не влияет на процесс снижения веса. Дальше, когда люди уже начинают играться плюс-минус, то есть у кого-то может прокатить, у кого-то может не прокатить. Но в целом, если человек пьет, там, например, 2-3 порции в неделю алкоголя, то результат за неделю ноль. То есть результата нет никакого. Ну, в смысле, по сниженню веса. Ще хотіла запитати, все-таки, як, на вашу думку, краще сидіти на системних дієтах? Ну, там є різні. Да, тобто, да. Брати якусь, чи все ж таки просто сформувати для себе правильне харчування і, не дотримуючись визначеної дієти, просто харчуватися, да, там, в різних комбінаціях, як кажете, просто корисними продуктами і якось їх поєднувати? Ну, взагалі, дієта любая, абсолютно. Навіть от популярна дієта Дюкана, яка, да, дает хорошие результаты, она, нужно понимать, что как бы, вот когда человек смотрит на какую-то систему питания, вот он, не знаю, скачал в интернете, пошел к специалисту, он смотрит, он должен задать себе вопрос, смогу ли я так питаться всю жизнь? Если вопрос нет, не надо практиковать это питание, потому что в итоге вы будете, у вас будут перепешки от праздника к празднику. Похудели, поправились, похудели, поправились. Ну, во-первых, это влияет как бы на скорость следующего похудения. Чем чаще у вас эти скачки, тем сложнее вам худеть в следующий раз. А, причем неважно, например, там худеете вы уже потом на правильном питании или на диете. У нас приходят люди с огромным там опытом диет, которые за первый месяц правильного питания мы просто им восстанавливаем как бы их гормональный фон. И у них нулевой результат, потому что тело просто устало от постоянных ограничений. А, то есть мой, конечно, ответ однозначный. Это перейти на правильное питание, потому что правильное питание – это когда вы 80% времени едите то, что надо, а 20% времени делаете, что хотите. То есть вы можете себе оставить вот этот зазор 20%, это могут быть, это может быть алкоголь, это может быть сладкое, это может быть, не знаю, свинина, бургер, все, что вы любите. То есть у вас всегда есть вот этот как бы запас. Раз на тиждень. Нет, это не обязательно раз в неделю, это зависит от того, на каком этапе вы находитесь. Если это, например, ну, момент снижения веса, то желательно раз в неделю. Если это момент поддержания веса при высокой физической активности, ну, там, даже если вы каждый день будете какой-то небольшую порцию сладкого кушать, это не повлияет. То есть в целом каждый человек устанавливает для себя рамки. Есть люди, там, даже, например, там, в моей профессии, которые там типа супер, они для себя ставят жесткие рамки. То есть они там едят только растительную пищу, там типа убирают любой рафинированный сахар. Я в этом вопросе очень спокойный человек, потому что я считаю, что еда – это очень большое удовольствие в жизни, и поэтому тут нужно иметь как бы здравый смысл. То есть сказать, что там больше никогда в жизни не пойду в Макдональдс, но я не могу такого сказать, потому что, скорее всего, я туда пойду, ну хотя бы разочек в месяц, я туда загляну. Или там, что я никогда в жизни не буду есть Наполеон, ну такое, я не готова от этого отказываться. То есть это класс, классный вкус, он вредный, но если его ем не часто, то мой организм с этим справится. То есть у него есть определенный там кредит доверия ко мне, и он как бы, ну, перемолчит, и мы пойдем с ним дружно дальше. Поэтому тут надо просто для себя понимать, что правильное питание – это набор определенных не ограничений, а рекомендаций, в котором есть как ограничения, так и, ну, такие, скажем, лазейки, за счет которых можно долго на этом питании сидеть. Ви дали нам дуже багато корисної інформації і такий оптимізм за тобою. Я рада, що я вас не испугала.